Власти Актобе заказали Китаю 4,5 миллиона штук медицинских масок с целью ликвидации их дефицита. На этой неделе будет доставлено 1,5 миллиона экземпляров. Продаваться они будут через аптеки. Стоимость одной, согласно цене, утвержденной Министерством здравоохранения, не должна превышать 118 тенге. Товар проверяется в соответствии со специальным стандартом. При этом главный врач области заверил население, что не нужно бояться страны производителя. Следует отметить, что первая гуманитарная помощь из Китая прибыла в Актобе еще вчера. Это маски и защитная одежда для сотрудников. Все они были розданы медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов, а также социально уязвимым слоям населения.